Брэндон Стоун на сцене Русского дома в Берлине. Только что закончился гран-при. Какие вот воспоминания останутся об этом гран-при? Ой, я очень рад, что именно моя группа заняла гран-при. Мы готовились к этому. Я не ожидал, кстати, что гран-при, оказывается, что первый раз в этом конкурсе побеждает вообще группа, вот, особенно из Казахстана. И это очень приятно, что гран-при – это вообще супер. Плюс еще третье место у Йорнара. Я всех поздравляю. Да и вообще все суперские были. Всех поздравляю, все большие молодцы. Вот. А мы отвозим, получается, гран-при в Казахстан. Ну что ж, пиз. Какие планы с группой? Есть уже какие-то планы? Конечно. Следующая станция с ними, со всеми, новая волна. А потом посмотрим. Спасибо.